Так, ну что, пошли на улицу. Да. Теперь будем не обниматься, а будем целоваться. Или что? Так, ну? Да, навигатор под пальму настрой. Так и напиши, под пальмой. Приезжай. А, там еще знак. Бздынь! Ой, прости. Моя любовь, моя мисс, ты такая прекрасная. Зачем ты прикрываешь рот? У меня там половины зубов нету. Так, давай мы тебе, помогу тебе с креслицем. Спасибо, рукопоп, мы сами справимся, мы помним. Я сама. До свидос. Иди садись, не убейся там. Вот это ж парень достался. Ой, какая вкусняшка, ням-ням-ням. Боже, как это неряшливо. Слышишь, мы с тарелки суп хлебали, тебе по барабану было. А сейчас прям суши в рот взяли, прямо неряшливая. Ишь ты какой, смотри, культурный джентльмен. Так, суп, мы ж помним, надо с тарелки. И мальчика суп надо тоже съесть. Потому что он меня, честно говоря, раздражает очень сильно. Очки об него или об себя? Облизнуть? А, мы облизнули, дали ему вытереться. Блин, ну это жесть. Салфетку облизнуть после супа и дать своему парню вытереться, это прям в духе нашей девочки. Ребята, поддержите лайком эту серию. Такой жести мы еще не видели. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Спаси девочку 2, всем привет! Привет, друзья, Валеришка Плей, вышло обновление нашей любимой девочки. Посмотрите, у нее тут 3 новых уровня. Начинаем с первого, друзья. Они рекламные либо платные, но мы вам это все покажем. Да. Так, погнали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очень соскучились мы с этой игрой. Так, мы пришли на свидание. Свидание вслепую. Она, кто же мой парень? Он бы сказал, что будет одет в что-то синее. Ну, да, бейсболка синяя, куртка синяя, рубашка. Давай рубашка. Все-таки мне правой больше нравится как бы. Ой, это ты, мой принц. Ты в моей любимой синей рубашке. Привет, да. Мисс, я так рада с тобой, рад с тобой познакомиться. Присаживайся, позвольте вам стульчик подставить. Конечно, мой принц, ты ж сегодня джентльмен. Хорошо, давай подставим. Ой, рукопоп, Лера. Жестяк. Вот это у нас женишок нашелся. Парень, короче, на свидание вообще даже стул поставить не может. Наша девочка нечаянно упала, ударилась головой и вернулась в прошлое. И продолжает искать свидание вслепую. Кого же выбрать? Так ты что, забыла? Правого надо выбирать. В синей рубашке. Забыла? Ну, мы тебя напомним. Так, в синем выбираем. Это ты? О, моя любовь, моя мисс, ты такая прекрасная. Зачем ты прикрываешь рот? У меня там половины зубов нету. Так, давай мы тебе, помогу тебе с креслицем. Спасибо, рукопоп, мы сами справимся, мы помним. Я сама. До свидос. Иди садись, не убейся там. Вот это ж парень достался нам. Так, что он там говорит? Ребята, так мелко пишут, я вообще ничего не вижу. Так, чем будем, что будем кушать или что там такое? А, она говорит, что я путешествую по всему миру и потом снимаю комикс. Каждый спрашивает, чем он занимается. Отлично. А кушать когда? Кушать хочется. О, здорово. Так, и что? Повисло молчание. Давай мы у него спросим, чем он занимается. А вы чем занимаетесь? Я ветеринар. О, ветеринар! Класс! У нас там как раз шарик. Может ему пару уколов от бешенства сделать? Он нас грызет постоянно во всех играх. Так, опять тишина повисла. Анекдот расскажи. Ой, какой смешной анекдот, аж салют. Мальчик рассказал анекдот про суслика в яме. Так, пора бы покушать. Ага, давай закажи что-нибудь. Ложек нет. А, ложек нет. Можно вилкой, можно с тарелки. Конечно, с тарелки. Ой, класс, я была такая голодная, что с тарелки съела. Можно я еще твое съем? Да извини, пожалуйста, я что-то тоже хочу тоже покушать, как бы. Мне очень понравилось, я такое помню в детстве. А я расстался со своей девушкой. Ой, это очень жаль. Хи-хи. Но ничего, я готов к новым свиданиям. Слушай, он очень странный. Очень. Принесли еще еду? После тебя. Что после меня? В туалет? А, заказать. Что бы мне заказать? Так, у нас есть роллы суши. И у нас есть свинячьи ушки с лапшой. Ну или просто лапша, я не знаю. Ну закажем суши. Принесли нам уже. А парень, а тебе? А, всем принесли. Ой, какая вкусняшка. Ням-ням-ням. Боже, как это неряшливо. Слышишь, мы с тарелки суп хлебали, тебе по барабану было. А сейчас прям суши в рот взяли, прямо неряшливая. Ишь ты какой, смотри, культурный джентльмен. Так, суп, мы ж помним, надо с тарелки. И мальчика суп надо тоже съесть. Потому что он меня, честно говоря, раздражает очень сильно. Наша девочка, он, во-первых, и на пол ее уронил, стул не подвинул. Так, мы ж помним. Тут он ветеринар, а мы эти, ищем себе приключения на одно место. Но он недавно расстался с девочкой, и нам от этого стало очень грустно.
Слушай, ты так и с нами скоро расстанешься, будешь такую фигню нам фигней заниматься. Мы помним, надо заказывать вермишель. Так, чтобы заказать. Вермишель, говорю, заказывать. Так. Отлично. Вермишель. Вермишелька. А когда принесут? Ой, уже принесли. Мои ж вы зайки. Вы, наверное, за Ролтоном в магазин сходили или за дошираком. Отличный выбор, очень вкусно. А что ты прям себе в рот не заливаешь, как суп? Было бы очень занятно. Так, извини, мне пора пипи. Ё-моё, вот это жесть. Надо телефон взять зафоткать. Шучу. Так, мне нужно что? Мне нужна сумка либо телефон. Не успеваю, так мелко. Так, что ему? А, еще кушать? Ого. Десерт. Сердечко либо тортик. А, то мороженое. Мороженое, конечно. Сейчас мы мороженое прям с тарелки, прям пальцами. Наша девочка умеет, мы ж культурные етить. А джентльмен наш даже стул не мог подвинуть. А что ты наше мороженое ешь? Кто тебе разрешал? Вообще, иди свое купи. Так. А, салфетка об чхи, об него или об себя? Облизнуть? А, мы облизнули, дали ему вытереться. Блин, ну это жесть. Салфетку облизнуть после супа и дать своему парню вытереться, это прям в духе нашей девочки. Ребята, поддержите лайком эту серию. Такой жести мы еще не видели. Так, это. Да, очень была жесть. Пошел, короче, он пипи, а мы решили его зафоткать. Да. Ага, пришел. Ты уже все? А когда нам уже можно пипи? А то мы тоже хотим. Закажем десерт. Так закажем, чё уж. Мороженое, да, мы ж помним, надо мороженое брать. Ребята, здесь два варианта. Один правильный, второй неправильный, вы ж помните. Так, кушаем мороженое. Ого, нам кто такие шарики. Кто тебе говорил, есть наше мороженое. Больше нашей головы шарики. Короче, облизывать салфетку нельзя. Надо ему вытереть его моську. Фу. Все, красавчик. Мы вытерли, или не вытерли, я не вижу. Смотри, у нас три уровня из четырех, и нам дадут сюрприз. Так, пришел Вася. Ты что, еще компот там принес или что? Так, что нам предлагают? Я не могу, я не вижу ничего. Ага. А, короче, так, развлечь его или с телефоном? Извини, я забыл деньги. А, она забыла деньги. Но, говорит, я могу тебе станцевать, потому что я забыла деньги, но я не забыла, вообще у меня их нету. Поэтому тебе буду станцевать. Тра-та-та-ра-та-ра-та-ра. При у официанта пот потек вообще. Жестяк, что творится. Вот это пришли посетители в кафе. Суп с тарелки пьют, мороженое друг у друга забирают. В туалет ходят, фоткают. Не пойми, что, короче. Так. Чек, пожалуйста, нам больше ничего не надо, мы наелись. Да. Как? Подожди, а компот? Я тоже хочу еще компот. У меня тем более денег нету. Корми меня, мальчик. Телефон. Ага, я тебе сейчас поставлю песню веселую. Ага. А, с карты. Да, я настаиваю. Он, короче, хочет за нас заплатить. Вот это джентльмен. Лучше б стул нам поставил. Мы опять упали. Жесть. Ничего, весело, мы привыкшие. Ребята, мы столько вон этого Save the Girl проходили, что нам вообще не страшно. Подумаешь, на скатерти подскользнулись, им там пол ресторана разбабахали. Ерунда, господи, какая нелепица. Пустяки, дело-то житейское. Так, поцеловаться, либо пообниматься. Ну, пообниматься, мы же скромные девушки. А чё он, короче, не хочет со мной обниматься? А, у меня платье грязное, слышишь, сам меня измазал, еще со мной обниматься не хочет. Лера, давай уйдем от него, как ты думаешь? Давай. Он, честно говоря, напрягает очень сильно. Опять в кафе сидеть? А, он опять нам чек принес? Капец. Мы уже три раза за свой обед заплатили, друзья. Бедный парень. Парень, где еще там деньги остались? Не знаю. Жесть. У него картинка денюшек. А, у меня картинка денюшек. Мы вам можем показать на телефоне денюжки, товарищ официант. Пожалуйста, подходите, если надо, там распечатаем вам. Что там это, в гугле, в картинках покажем. Все, пора, женишок. Ну, понятно, что ты должна была упасть. Ну, конечно, ж, ё-моё, по скатерти подскользнуться. Ну, это ж в стиле нашей девочки, ребята. Что тут поделать, господи. Так, ну что, пошли на улицу. Да. Теперь будем не обниматься, а будем целоваться. Или что? Так, ну? Ты мне так понравился. Вот обниматься прям нельзя, а вот целоваться прям можно. А платье у нас что-то постиралось. А как так получилось? У нас платье постиралось. Ребята, платье оказалось чистым. Вы представляете вообще жесть? Он нас предлагает подвезти. Мы говорим, конечно, ё-моё, сейчас тебе еще заднее сиденье засвинюкаем. Вообще нас бросишь и не захочешь с нами больше никаких дел иметь. Подарок! И какой нам дали подарок? Конец.
Ребята, конец. А что, 4 левела всего? Ребята, получается, в этой игре сделали только 3 уровня и в каждом по 4 этапа. Первый мы прошли. Погнали второй! Друзья, мы покупаем все. Так, это называется собраться на свидание. Или что там было написано, Лера, я все прозевал. Так, нравится. Какой мне макияж нанести? Ну, давай вот этот зомбаковский. И что? Ой, какая я красивая. Или некрасивая. Или я не знаю. А, короче, посветило солнышко. Весь макияж с лица утек. В рот. Я не знаю, куда, но куда-то утек. Какой нафиг рот? Ну, куда с глаз утек по щекам. Так, какой мне макияж придумать? Жесть. Ребята, такой мелкий текст, просто трешак. Так, надо вот этот. Более скромный, более элегантный. Мы же идем на свидание идти. Мы, интересно, к тому же мальчику идем или к новому уже? У нас каждый день какие-то новые мальчики, купальник. Ну, скромный. Конечно же, скромный, закрытый. Берем. Есть. А, мы идем на пляж. Друзья, мы сейчас будем купаться. Вот это да. Пора отправиться на пляж. Обалдеть. Об забор не ударься. Хорошо. Так, такси. А что, на пляж такси надо ехать? Да пешком иди. Я опаздываю. Такси или вызвать такси? Ну, по телефону давай. Троечки, поехали. Троечки, троечки. Поставьте, пожалуйста, нас на центральную площадь города. Мы подвозим девочку. Поехали, приехали. Второй уровень прошли. А, нам тут уже подарки даже и не предлагают. Ребята, причем тут далее все за рекламу. Мы вам ее показываем, все проматываем. Это парк развлечений и пляж. Ой, я опоздала. А кто эти люди? Какой-то из них мой парень. В очках. Ну, понятно, что они оба в очках. Давай вот этот. Привет, ты мой парень? Это ты? Не угадала, я манекен. Привет, красавица. Не может быть, что это был ты. Он мне, короче, какую-то ерунду сказал, друзья. Я не могу, очень мелко написано. Ребята, напишите нам, что мне там пишут вообще. Жесть, не разбери, черти пойми шо. Ой, я опоздала. Ты какой-то из них в черных очках. Пойдем, будешь ты. Классные тапки, дашь поносить? Хорошо, говорит, дам. Ой, я тебя сразу узнал, но забыл свой чемодан. Короче, будем говорить какую-нибудь ерунду, друзья. Ага, короче, пошли купаться, пошли. Так, мне немножко неловко. Мне нужно что-то сказать. Что сказать? Говорю, купаться пошли. У тебя такая рубашка классная или мышцы? Рубашка. Тебе рубашка это очень идет. Спасибо, я ее купил в детском мире по скидке. Хорошо, пошли будем купаться. А с рубашкой про канала? Подруга звонит, или кто это звонит? Мне позвонил телефон. Кто говорит? Слон. Какой слон, это твоя подруга? Ничего страшного, мне нужно отлучиться поговорить. Ко мне тут подруга на море решила приехать. Прям как раз, когда у меня свидание с парнем. Мне нужно сказать, где я? Под пальмой. Где я? Подъезжай сюда, навигатор под пальму. Настрой, так и напиши, под пальмой. Приезжай. А, там еще знак. Сдынь. Ой, прости. Побила машину. Ребята, ну под пальмой же не буквально под пальмой. Ну что такие все безрукие в этой игре? Друзья, поддержите лайком эту серию, кому нравится новая Save the Girl. Да. Смотрите все новые серии на всех наших каналах. Ссылочки в описании. Сами. Ведь мы стараемся только для вас. Потому что у нас там самый лучший. И потому что мы всех очень любим. Всем пока-пока.